Друзья, это моя камера, вы ее хорошо знаете, вот та с дополнительным глазком, со вторым объективом. И эти два устройства не мои. Это, ну, сознавайтесь. Так. Здравствуйте всем. Так, ну вы представьтесь, вас, может, кто-то не знает, там есть люди? Как... Наташа Купер, канал вот. «Влияет на английский» с Наташей Купер. Да, Наташа, мне такое ощущение, что Наташу и так все знают, вот в силу ее подвигов на поприще преподавания английского. Но вот в данном случае я хочу сказать, что у Наташи с собой два агрегата. Говорят, что у нее и третий есть. Да, вот третьему уже нет места. Нет места. Значит, у нас iPad-ик, да? Да. Так. Который тоже... Будет снимать. Будет снимать как камера. Смотрите, какие приспособления у людей, господа. Какие... А еще есть для телефона штатив. Тоже так вот? Ну, у него просто вверх головка другая. Вот а тут. Так на стандартном. В общем, вот так штативе. Работают профессионалы, друзья. Вот да, так. Прямо профессионалы. Но! Да. Это же интересно. Очень. Это вот, пожалуйста, смотрите, что творят. Так. Смотрите, что творят. Пароль не показывай. Нет, пароль не надо. Так, подождите, а вам зарядки-то хватит, я извиняюсь? Должно. Потому что я-то на проводу, на зарядку поставлю. От сети буду. Да. Камера немножко на мою похожа, тоже такая большая. Камера Canon. Да. Ей уже много лет, но служит хорошо. Ну, отлично. Все, друзья, включим. Остальное вы увидите отдельно. Значит, у Наташи на канале будет, я ссылку дам. И, соответственно, у нас, мы вот сейчас побеседуем. Каждый смонтирует по-своему. 100%. Из одной беседы. Ну, мне как бы неудобно говорить, что я монтирую, поскольку я... Стараюсь по минимуму вообще вмешиваться, только если... Нет, ну что, мы просто объединяем, чтобы было интереснее одного человека, другого человека. Нет, ну конечно. Я, может, тоже когда-нибудь начну. Поставлю... Ну, я не сама делаю. А, то есть кто-то потом монтирует. Я с редактором, я ему говорю, вот это с этой камеры покажите, а вот это с этой покажите. То есть, как бы физический труд, значит, но кто-то другой. Да, понимаю.